зачистили. Блин, как я обожжался, охренеть просто. Да, я тоже. Блядь, а почему выйти нельзя? Ай, блядь, ты чё творишь? Вернуть. Блядь, это замораживание неплохое, да? Твоё? Да, норм. На боссах особенно заметно бывает. У этих-то мало хп. На, точно, голодаж. Так я ещё через кнопку кину, подожди. Окей. Блин, вот этот яд, я помню, жестко коцал. О, даже собачки проседают, когда под ядом стоят. Прикол. Так, нефалемская слава тебе дали? Нет. А, прости. Я без тебя ее подобрал. Я хотел получить славу один, без тебя. Блин. Забрал всю славу себе. Дэмэдж, да, поднялся? Откуда? А? Кира откуда? А, стоп, это... Лягушки взрывные. А, дай лягушек проверить, точно, я же скилл. Я не знаю, Фир откуда. Я не в курсе. Подожди, лягушек проверь на них. А они что делают? Куда разбегаются? Просто прыгают. Ой. А это хуйня хули сдох. Не знаю. А, души мои. Дай кого-нибудь хоть... пить. О, подожди, подожди, подожди. Блять, как они ку... А, говно. Не, подожди. Увидел. Одну четвертую часть хп только забрала. Так, не это, это мне нравится. Пока паучки лидируют, короче, нужен 18 левел, паучки походу апнутся. Надо посмотреть, что там будет. О, паучья королева появится. Чё это? Я не знаю, чё это. Что за паучья королева? Кстати, белые шмотки будут. Не ломай сразу, я посмотрю, что мне там для крафта нужно. У меня там пару шмоток говно совсем есть, совсем ужас. Да, просто шмотку можно скинуть белую. Та херня не скидывается, а шмотка скидывается. Ох ты, как она жестко мне показала, что хп ушло. Класс, реально. Одну треть забрала с удара. Одну четвертую тоже. Духи далеко не летят, обидно. Когда просто выпускаешь. Когда после трупа они очень далеко летят. О, ясно, у меня еще... меньше половины у меня. С каждым разом ты меня обгоняешь, я обгоняю. Подожди, сколько у тебя сейчас? Бонус к опыту от каждого убийства. Так. Бонус к опыту 143, бонус от каждого 50. Пипец, у меня 119-23. Ты уже на пол левела ты меня уже обогнал. Кольцо дает 21% и 17%. Здесь какие-то дебилы. Да уж. Реально, ты на пол левела меня уже обогнал. Даже больше, чем на пол левела. У меня даже до черепа еще не дошло. О, парни, вот это место для духов. Вот это просто. Просто имба. Ах, ёб твою мать. Огромный комар залетел. Который этот большой бывает же. В детстве говорили, что они очень сильно кусают. Страшно, если честно, когда он летает над головой. Он так пролетел мимо. Куда он полетел дальше, я нихера не помню. Сейчас он, наверное, сильный на затылок, как этот... Сосать собирается. Ну да. Задание выполнено. О чем? А, просто этих убили. Тебе не видать. Так, Аркайна, телепортируемся. А. Проверим, может, здесь люди есть. Хорошо, подожди. Я наверх-то пойду проверю. Иду. Говорил.
Шлемак. Ты зря его открыл, мне ничего с сундука не упало. Серьезно? Да. Уже недалеко был. Ты хер знает. Далеко от сундука только один шлем лежал. Он, походу, с моба упал. Белый, прозрачный. Ну, он там столб, он домой телепорт он или? Выход а, просто. Давай тпшимся. Или сиди здесь, я один сдам квест и все. Может, я рядом буду? Не знаю, вроде продолжается. Сейчас проверим. Ли. А, нам не обратно надо. Нам отправиться к храму. А, стоп, подожди, подожди. Там пешочком, через портал, да. Так, сек. А, ну хрен с ним, потом сломаю. Хрен с ним. За мной теперь четверо бегают. Трис. Чё-то, блин. Да, он туда вниз. Туда вниз, далеко. Там проход был наверху, чекнуть может, ладно. Хрен с ним. О, я туда ебал. Сильно? Нет. Это тоже дерусь. Иду. Бляк, я хочу. Бывает, босс в конце выйдет. Как хочу эту херню. А, ясно. Я уже рядом. Хочу тот скилл брать, блин. Ко, кольцо. Эх. Ну, получше, чем мою дату на интеллект. Норм. Могло быть, конечно, покруче. Но на интеллект тоже сойдет. Сойдет. О, удача, отлично. Эй, на помощь! Они убьют мою... А, разбойников рубанутно. Сейчас он нам поможет. Я только левел взял. Да, я им лицо ломаю, у меня, блин, плюс 400 интеллекта, x5 статы, 434 интеллекта. Просто сыпятся нахрен. А, он шмотки должен был дать. Опа. Опа. С гнездом пушка упала. Да ладно, сколько он дает. Блин, он интеллект мой нерфит сильно. А что за лук? А, я щит тоже могу одевать все-таки. Я не понимаю, подожди, мне атака увеличивает счет умений. Мне на что ориентироваться, на какую атаку? Интеллект. Увеличение урона за счет интеллекта. Весь урон увеличен на 250%. У тебя во второй руке башка должна быть. Ясно, мне посох нафиг не нужен. Просто урон нахрен не нужен. Количество урона, который можно нанести за секунду урона. Это жертвенный клинок какой-то там. Короче, мне просто урон, который у меня здесь есть, он мне не нужен. Ну да. У меня увеличение урона за счет интеллекта. Вот, вот этот урон. Весь урон увеличен на 289 единиц. Вот это. Специальная башка будет. У меня просто посох выпал с дыркой. И лук с дыркой. А я могу сейчас щит еще одеть. И 328. А я на этот урон смотрел. Я посох одеваю, у него в два раза больше атаки. У меня урон повышается вдвое. Я думал, он мне подходит, а он мне бесполезен вообще. Зато щит одел. У меня стойкость 4000. Броня 472. Синенький щиток одел. Так, у меня центр центр брони полное говно. Надо будет покрафтить.
Центральная бронька полное говно. Совсем-совсем плохо. Совсем-совсем плохо у вас. Лук тоже говно дали, блин, просто ужас. Ну не рассчитано на героический режим, видимо. Стандартный лук для обычного режима. И не для эксперта, наверное. Сколько квадратиков у тебя до 19 левела наполнилось уже? Осталось 3. Сука, у меня только 2 наполнено. Ты мне пришел. О, урон реально выше стал. Да, урон выше стал, отлично. Главное, разобрался, теперь знаю. Интеллект 361. О, слеза упала, отлично. Сначала пойдем, да, давай почистим просто. Здесь, помню, желтых мобов было две, двое, трое, что ли, синих мобов и так далее. О, а синие мобы. Ты станешь той штукой, подряд их кидаешь, получается. Ой, 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 огнем больно. Ай, блядь, говно, дроп, посох дала опять. Ух, блин, вот это интеллект, 512. 228 урон. Ебать, у меня мантра появилась. О, ты мне что-то даешь? Мантра спасения повышен сопротивление 7 стихиям. 46 7 стихиям. Блин, мне эти банки во время массовых зачисток надо собирать. Они реально... Здесь синие скелеты есть, чё. Я их уже сам почти убил. Да, стихием повышает. У меня, например, огонь меньше начал коться. У тебя сколько сопротивления 7 стихиям? 3. 4. О, смотри, секира упала. В том смысле, что АОЕ урон. Нужна? АОЕ урон дает. Да. Ну, нормально. Пойдем, зайдем в эту хуйню. А, сейчас здесь мобов убью быстро. Да, дэмэдж поднялся знатненько. Скелеты сыпятся моментально. Дух просто сыпет, реально. Ну, одно радует, что мы прокачались, уже оделись на уровне мобов, чтобы их быстро сбривать. Они и выйдет моих духов. Интересно, а еще повысить можно? Че? Сложность. Если мы пройдем, тогда можно скорее. Или хер знает. Пробуй, если можно, надо повышать. Больше риска, больше интереса. Просто если нам попадется босс, который будет не один скилл, там замораживание и телепортация. Не по одному, а 2-3 одновременно он нас сбрить могут. Ты сам помнишь, что там бывает. Там огромный слишком буст бывает. Блин, как они быстро умерли, охренеть. Там скелеты внизу разберутся. А, о, лазеры сильные. Ну-ка, пожалуйста, дамаж, сока. Ой, ёпт, твою мать. Не надо повышать сложность. Ты это видел? Алло. Я, да, блядь, я про кнопку забыл, это охуеть. Ты видел этот дэмэдж? Ай, блядь. Охуеть, просто, сука, дэмэджа, блядь. Да-да, охуеть. Бля, прикол, я реально чуть не умер, приколись, да? Причем очень быстро. Я прям доли секунды успел вернуться.
Блин, это просто жопа. Какой дэмэдж этот лазер дает. Какой огромный. Пойдем почистим, может, есть там что-то интересное. Убийство мобов при этом. Я снизу убил всех, я этот пустил. Ну, почти всех. Пару заряд, несколько зарядов духа пустил. А у меня шлем с дыркой выпал, 41 интеллекта. И дырка. Кольцо выпало оттуда. 25 живучести просто дает, нужно? Нет, у меня там покруче. Изумруд, но мне даже его ставить некуда. Сейчас больше на паладина похож. Так. О, тут это, золотой. Главное, чтобы без лазера. Вселяет страх. А, филит парень. Это херня, это мелочь. Еще один камень упал. На мне на ловкость упал охотник на демонов в центр. Так, еще. О, у меня, подожди, у меня четвертый этот появился. Опа. Да, сейчас скиллы, кажется, будут имбовые. Нажми четверку сразу, потому что солдат скилл. Подожди, гнектор вышит противников. Ладно, примем. Так. Противники прорываешь. Опа! Вот это огонь! Кого собаки бьют, повышает повышенный урон. Вампиризм. При использовании менее затраты мана увеличены затраты. А я мантру нахуй пока убрал. Кое-что другое. Колдунья восстановит здоровье за каждого противника, в которого вселились духи. Просто огонь. О, теперь королеву могу еще вызвать. На эту стену, на паука смотри, на паука. Ёбаный вроде. Одну можно призывать, обидно. Ну ладно, она походу сильная. А вот эта хуйня, блядь, дурная, очень сильная. Нам сюда надо. Че, парни, побегаем толпой. О, бля. Ой, топор. Падает, ты запарил, блин, еще ни один не упал, блин. А. О, красные выстрелы стали. О, как они. А, здесь золотой это шлепок, да? Мне интересно, как королева бьет. Очень интересно. О-ка, подожди, щит. Нет, 3 интеллекта не стоит того, чтобы менять 50 брони. Так, а бить некого, да? Воздрузить светочи на пьедесталы. Ты что сделал? Магию показал. Вот этим четверым пох на твою магию. Я хочу да, подожди, я хочу увидеть, сколько дэмэджа баба бьет. Черная вдова. Ну или просто паучиха, как она там. Подожди. О, она сбрила с двух ударов. Not bad. Я думал, хуже будет. Ты уже сам можешь, честно. Что? Уже сам можешь. Чё сам? Ебени, без моей помощи. А, это да. Ну эти читеры разбирают, эти читеры на себя байтят. Паучиха контужена, она просто бегает вокруг, не бьет. Подожди, как этих мне убрать? Бля, хочу проверить дэмэдж. Измени скилл. Да, надо будет сейчас. Сейчас кого-нибудь сверху просто увидеть, на, да куда они не достают мои мобы. Подожди. Кого-нибудь найти, никого нету, я с... Ну, идем обратно. Нам куда надо? А, в самое начало.
Я понимаю, что ты быстро бегаешь. Скрафчу сапоги на скорость бега, ближе тебя иметь на скорость. По скорости. Мог бы дальний нажать, чтобы я ближний нажал. Как ты придешь, уже тут будет. Я уже тут. Короче, паучиха говно, я ее меняю. А, мои дерутся. Это что было? Ясно, мана закончилась. О, рубин. 28 к силе наручи. Ища, еще тот же самый. Так, эту дуру паучиху надо убрать, она слабая. О, тут это пизда. Лучше оставить этих. Наш героин, говорит. Блин, призрачный шквал какой-то говно, если честно, блин. Ладно. Я все сломаю, ты пока не ломай. Алло. Да, ты пока не ломай, говорю, сейчас сам все сломаю. Не, белый не буду ломать, я остальное сломаю. Хорошо. Так. Из белых у меня один. Но он тоже немало дает, вот мне 8, например, дал. А у меня белых вообще, прикинь, не позвал. А, вот еще один есть. Я во вторую руку них не могу крафтить, мне придется опять всю голду тратить, что ли. Ёп, ты какой я олень. Какой же я олень. Знаешь почему? У меня было наиболее полезное выбрать, показать. Не поставил. Я тоже не знал. Я вспомнил только, что там можно было выбирать эту хрень. Только вспомнил. Вот, оберег колдун в левую руку. Требую уровень 25, ёб твою мать. На сколько левел? 20-й, 19-й, ясно, еще далеко. Значит, идем ниже. Ебать, кирасу скрафтал, мне две дырки. Not bad. Колчан. Жезл, это для чародея. Двуручный меч. Киянка. Монах. Грубый арбалет. Чё-то я не понял.
Как он назывался? Сферы, а, сферы для чародея. А, вот, оберег. А оберега выше нету, да, больше? Только тот же 25 уровень. Кинжал, жезл, двуручный топор, двуручный меч, двуручная булава, дайбо. Так, ладно, сейчас найду центральную броню и все. А пушку крафчу себе. Не забывай про пушки. Я 33-го левела щит, могу скрафтить 360 брони. Пушку крафтишь, сейчас я проверю. Как думаешь, живучесть или ловкость? Живучесть или ловкость? Ловкость, наверное. А я даже не знаю, если честно. В одном мече 75 ловкости, в другом 83 живучести. 83 живучести, мне кажется. Дэмэдж я могу наносить, в принципе. Ну, все, взял. А у меня пушки нету скрафтить нормальной. Поднимай уровень. Блять, столько голды, пиздец, просто. Ща. Монаху могу скрафтить. Реально только церемониальный нож. Один только, и он только 15-го левела. Давай я бронь скрафчу сперва. А потом уже этим займусь. Так, а может щит сперва крафтануть? 22-го левела щит может... Не, ладно, бронь. Че такое спутник? Редкий талисман. Это нас не касается, может быть. Ты когда в соло играешь, спутник даже дают его одевать. А, блин, точно, точно, точно. Тоже спутнику, тоже спутнику. Перчатки, пояс. Важно, у меня пояс что за? Пояс у меня еще более-менее нормальный. А, обувь у меня говно. 4 уровня обувь, блин. У тебя желтых этих шариков нету, да? Слез. Есть. Сколько? Да. Сколько есть? 13. А, ща, подожди, щит на... бронь найду. Сколько она стоит? У меня просто сапоги 4 левела, хоть сапоги. Я все скинул там, разберешься. Одну оставил, чтоб вместо инвентаря было. Угу. Так, сейчас я просто... А, вот, нагрудный доспех. 26-го левела я крафтить не буду. 20-го левела я крафтану. А, там и не нужна даже слеза. Так, это мне не подходит совсем говно. Всего лишь интеллект дает. Опля! Две дырки. В ногах? Нет, центр. А, тоже нормально. Ха, прикольно. Так, теперь наплечники у меня полное говно. Наплечники я тоже попробую крафтануть. Сколько хп? 2000. Кстати, у меня в инвентаре все желтое и две вещи легендарные. Сейчас я скрафчу себя, у меня реально все говно. Реально все говно. Изысканная эссенция нужна? Что? Изысканная эссенция синяя ебала в банке. Не, не нужна, у меня 123 штуки. Понятно. У тебя меньше? Чего? У тебя меньше, что ли? 20. А. Пешка. Так, сапожки. Сапожки. О, наконец-то нормальные сапоги. Ты апни хотя бы его, слышишь? Чего апни? Ну, до 4 уровня.
Думаешь? У меня... У тебя четвертого уровня? Да. У меня 5,5 уже. Еще раз поднял. А, нахрена поднимаю? Блин, ты тоже сказал, зачем я поднял? Сейчас, да. У меня-то, блин, грейд уже, у меня уже 36-го левела можно крафтить вещи. Я зря поднял, блин, колду проебал. Ладно, хуй. Так, перчатки у меня, кажется, да, перчатки более-менее нормальные, 21-го левела потом крафта. Ну, сейчас 200 всех не нервничай. Я докрафчу то, что мне не хватает. У меня реально говно вещи просто. Я не смотрел, не обращал внимания, но они у меня... Но они у меня совсем говно. У меня 10-го, 9-го левела, оказывается, весь шмот. Кольцо видишь, то, что шифтанули вообще? Куда шифтанули? Чат вообще. Нет. Легендарное кольцо. 420 к интеллекту, 13% здоровья, вероятность крита 5%. Не надо, не продолжай дальше. Между всеми, кто носит этот предмет, периодически пробегают электрические разряды, наносящие 1002% урона от оружия. Ты понимаешь, что там дальше будет? Прикольно. Так, щит смысла крафтить нету. А, блин, я думал, зачем две строчки щитов? Один для крестоносца, оказывается. Я не знаю, нахуй отдельно на него поставили, когда я не собираюсь крафтить. Так, наворачивать. Кстати, при крафте шмотка кританоть может и легендарно стать, дополнительные эффекты могут появиться. Нормально. Так, одну шмотку я сломал, две я могу одеть, и одна нужна левел, чтобы получить. Так, это я сломаю сейчас. Блять, живучесть 392. У тебя? Да. Серьезно, 392 у тебя? Да. Сколько хп? 4000 хп. Пиздец. 2300. Сам сказал, блядь, меч взять на живучесть. А, точно. Ну сейчас еще левел получу, и у меня будет плюс 33 к живучести дополнительно. Плюс 2 гнезда. А хотя можешь забить хер на эти гнезда. Подожди, нахер мне 2 гнезда? Мы еще равно ничего нормально ставить не сможем. Подожди, я хер забил. А? Я хер забил, взял без гнезд, но который больше дает. Да-да-да, подожди, я что-то протупил. Сейчас я быстро броню возьму. Блин, нагрудный доспех сверху. Я пойду гляну, что там подается. Она все равно слезы даже не требует. Сейчас я крафтану несколько. Точно такой же практически выпал. Точно такой же. Тоже две дырки, только на чуть брони меньше, чуть интеллекта больше дает. А вопрос такой. Передавать голду можно? Можно. Пятьсот можешь дать? Я думал, ты больше посмотришь, у меня 1800 осталось. Не, 500 нужно. Как ты давал трейд? Этот игрок занят. Чем? Одним золотом отключен? В смысле, а почему? Не знаю, я тебе тоже ничего передать не могу. А, принять можно назвать. Ясно, тогда это шму... А, даже не хватит. Так, подожди, 20 синих если продать. Много. 10 синих продать. Я получаю... Так, сейчас твитчат отключу. Так, а где магазин был, чтобы продать, не помнишь? Здесь, а, вон. Сейчас я быстро одну шмотку крафтану еще и все, и погнали. А то реально я просто говно скрафтил полное. Давай прокни. Да, в героике, походу, вообще никто не сделает. Да задолбало, блин, такое говно просто падает, просто нереально. Ладно, хер с ним, придется этот одеть.
Так, все, эти два ломаю нахер. Две слезы плюс пошли. Там не в портал. А, нам пишем. Я даже щит не скрафтил. Ладно, левел подниму, бабки сделаю и скрафчу. Это реально полная херня получается. А ты не быстрее меня бегаешь. А после рывка еще ускоряется? Mm. Обидно. А, мы все прошли? Не знаю. Да? Другой. Другой материк, кажется. Нет разве? Власть культа. Мне сейчас это напомнило. Воробей. Его воробейшество. Власть культа, блядь. Так, левел подниму. Смогу нормальную броньку одеть. Ой, сколько здесь этих баночек. Просто офигеть, сколько я получаю интеллекта. Интеллект 574, блядь. Больше, чем у тебя живущести даже. Сколько у тебя ловки? Чего сколько? Ловкость. 295. Мне 536, блин. Опа, пассивка новая, спасибо. А, ладно, где вас? Вижу, дерусь. Ой, парни веселые. Я надеюсь, ты не умрешь там. Я верю в тебя. Просто изи катка. Ну-ка, что мне издали? О, амулет. 39 живучести амулет. Говно кинжал дали, спасибо. Я рад ему так. Сапоги 28 ловкости, наверное, тебе не нужно, да? Нет. Так. 6 силы. Шлем. Погнал, блядь, пока баф не слез. Где ты? А. Иду. Блять, подвал найти не могу. А, вот он. Какой баф? А, понял. Этот же нефалемская слава. Туда зачем? Интересно. Шматки сломал. Дом. Я шматки ломал. А, сейчас с ней драться надо будет. Точно. Все, пропустить. А, она убила кого-то там, да? Кайна, кажется, убила, да? Декарда. Подвал часовни. Да, идем сюда, идем уходить. Я быстрее тебя бегаю, лах. Без рывков ты никто. О, сундучок. Говнобронь на живучесть. Так и знал, блин, заранее же пустил в них. Почему эти пауки не стали моими? Резнулись так. Резнулись и сразу моими стали. Ты упырь, блин, уже левел получил. У меня еще 1.5 квадратика до центра опыта. А, он внизу. Пауки замедляют жестко. Че, ставки делаем, кто первый из нас умрет? Ты где там идешь? А, у тебя же левел, блин. А, стоп, я тоже же не выставил пассивку. 10% затрат ман расходуется в запас. Запас здоровья.
кто из этого мне нужен? Так, ладно, я возьму пассивку на большую живучесть. На 15% больше резиста ко всему. Тихо, из мата. Ай. А, спасибо. Хорошо. Так, али этот. Ой, ой. Да, я сейчас больше их, лучше их выдерживаю. Ну-ка проверим. Нет, не особо я их лучше выдерживаю. Ясно. Восстанавливаем 50... Ух ты, прикольная штука. Восстанавливаем 52 здоровья в секунду. Не умирать называется. Собрать все шмотки на деф и на восстановление здоровья в секунду. Ну так и надо, по идее, чтобы дальше выживать. Прикол будет, блин. Дольше убивать, зато сам бессмертный быть. Еще мне можно пассивки взять на живучесть. И все, изи катка. Не знаю, у меня то ничего не упало. Мне показалось, или зомби-собаки. А, блин, вспомнил. Я же их изменил. Они теперь, когда цель бьют, она получает больше дамага и окаменение. Окаменеть, короче, может. Окаменение. Может схватить. Зуб. О, золотая паучиха. Разносит трухлявые гнили. Чё это такое, не знаю, аккуратней. А, зеленое говно. Тебя не пробивает, ты хилишься быстрее. Да. Ой-ой-ой, легендарная двуручная булава. Кого его? А, ёпта. Он не уйдет, он не успеет заюзать ничего. Тебе там наверху ничего не упало? Ой. У меня там легендарная булава упала двуручная, я тебе ее не дам. А тебе она-то зачем? Я тебе ее не дам, она легендарная. Ладно, открываю. Пожалуйста, для меня что-нибудь. Ай, сау. 84 к интеллекту, 70 к живучести. 16... А? Покажи, кинь. Подобрал как быстрым гнидов. О, как раз 16 опыта. У меня шлем к 1% вероятность критического удара есть. Алибарда 50... А, у тебя 60 урона, помню. Ух ты! Перчатки. 54 к интеллекту. Он двуручный теперь. Да. Да пофиг. О, блин, реально. Разницы практически нет, прикались. А, симпатичный. Ах. Так, хп у тебя побольше. 3700, зато брони меньше на 148. Ну, просто у меня щит давал 40 интеллекта, я забыл. Просто урон зато вдвое увеличился, втрое. Да, вдвое. Подожди, разница там что было? 16 единиц опыта при убийстве, да, наверное, заметить цель при попадании. И... Можно перчатки одеть, 52 к интеллекту. Время восстановления всех умений еще увеличивает. Офигеть, 450 интеллекта. 3500 хп стало. Нормально, погнали. Отлично. Блин, булава легендарка. Обидно, что двуручная, блин. Одноручная булава была бы вообще огонь. Просто цены бы и не было. Сзади паук. Блин, как коконы быстро ломаются, видел? Лежит.
Ну-ка, стопы, я плевок поставлю тройной. Ну как плевок будет вообще работать? Пожалуйста, не подводи плевок. Пожалуйста, не подводи плевок. А, я не поставил. Подожди. Тебе магическая атака нужна, чтобы ты плевком много наносил, по-моему. Не, мне кажется, плевки это обычный урон. Мне так кажется, от оружия. Подожди-кась, где там? Ну, not bad. Все, могу плевками стрелять. Ну и та возросла вдвое. 450 там магического урона. Опля, пояс не заметил. У меня пояс выпал, оказывается. Еще к живучести один, к интеллекту. О, пояс тоже к опыту от мобов. А, еще и эти упали, не заметил. Сам отсвет. Оружие должно наносить его своим противникам. О, красная штука. Красная, говорю, блядь, золотая. Где? У меня в пушку для тебя вампиризм есть, если хочешь. А мне нравится, какой я дамаг начал наносить плевками. Три плевка имба стали. Они жесткие очень были, насколько не знаю, как в этой части Диабло. Вот наносит дамаг неплохо. Хочу заметить. Главное про духи не забывать. У меня духи еще вампиризм делают. Сундук. Ты уходи, я сам открою. Ничего не выпало особо. Так, это дело для духов. Такую мелочь духи просто разносят за пару сек. Побоище. Блин, шлем хоть и легендар, но мне, походу, не надо будет его менять. Нет, мне, скорее всего, менять надо будет его. А, где он? Ты его убил, что ли? Не, это простой. Вот синий, мелкий. А, эти синие. А, они тоже изи. Легендарка! Заебал, бля, серьезно? Легендарный эскиз кузнеца. Да охуенно, если чё. Ты чё такое? А, открываю? С чего? Клятва тени. Пошли в город. Уровень ремесленника 4 нужно. Идем. О, я же левел получил, надо скиллы посмотреть. Зомби навернулись, по ходу дела. Сейчас пожди скиллы, посмотрю быстро. Да, зомбаки навернулись. Опа, последний скилл. Иди пазырь, чё за... Нет, я... Ну ладно, заколдованный череп проверю. Пожди, да, все скиллы навернулись. Повернув противников ужас, колдунья начинает передвигаться быстрее. Мне интересно. Рой саранчи, колония призывает рой саранчи, который атакует противников. Его возьмем, поштот говно. Колония устраняет некоторое количество здоровья за каждого пораженного им противника. Отлично. И... Колония призывает башню из зомби, которая падает на землю, нанося урон всем противникам в зоне падения. Отлично. О, огонь имение. Все. Это что такое? Маны много жрут, скоты. Иди проверь, что за рецепт. О, воу. Воу. А как проверять? Подойди к нему, ремесло нажми и правой кнопкой тыкни по рецепту. Ремесло. Так. Теперь найди. Как? А, во, клятва тени. Что это такое? Для колдуна, для меня. Что нужно? Легендарная. Я не знаю, мы такой когда-нибудь... А, требуем уровень вообще 9. Она слабая. А что это, оружие? Да, это пушка. Одноручное оружие. Уже в комплекте, не считая дополнительных навыков.
плюс 35 к интеллекту, плюс 9 урона, скорость восстановления маны повышается на 3 единицы и еще дополнительно 3 случайных магических свойства. Короче, на 9 левел. У крафта не посмотри, может он там урон... Нет, демоническая эссенция нужна и 2 горящие серы нужны. А, пойдем отсюда. Сейчас, подожди, я все сломаю. Это нереально набрать. Пока да. Ну да, нам легендарных вещей нужно много ломать. Так, это все нахрен сломаю. Так, какой я левел? 51. 21. 21. Мне бы крафтануть остальные вещи, ладно. Город пройдем, короче, и буду крафтить. Давай копим, короче, вещи, ничего не будем пока крафтить. Город пройдем, тогда... Видишь, как ящики ломаются быстро. Нужно черепок проверить, сильный ли он. Или мне опять вернуть эти плевки. О, массовый уже радует. Блин, куй он говно. Слабый. Да, очень слабо. Ты нормальное оружие найдешь, которое тебе по классу подходит, потом можно будет все скиллы проверить. Сейчас у меня какое-то ощущение, что они тебе нормально не дают хп. Подожди, подожди, этот скилл, который мне сейчас полманы жжет с выстрела. Че он делает? Бей ящерицу или что-нибудь такое нужно. Два выстрела, у меня маны нет, приколись. Так, нам назад, братан. Нет же? Вот же проход. На карте посмотри, мы обратно вернем. Да вроде бы нет. Там вниз проход, короче, там. Ну хочешь пройди, давай я отсюда пройду, посмотрю. Да. Просто вот здесь вот проход я уже прошел много, и походу я возвращаюсь назад. Чаша отражений. Ясно, короче, говно скиллы изучил. Дух круче намного. Чашу не взял ты. Ну ладно, я возьму. Записки безумца. Чё это было? Майн скилл. Ясно, короче, вниз надо идти. Прости, я усомнился в тебе. Ай, блин, не туда бегу. Не туда бегу. Я забываю, что у меня плевок во всех стреляет этой штукой. А плевок вообще жестко лицо ломает. Сколько у тебя урон? Просто урон. 500 где-то. Я 408. С одного плевка? Да. Ну, плевки, когда я бью, 800 показывает урона. Выскакивает цифра 800. За один выстрел. Я не знаю, ну то... Первый удар 500, второй удар 670, третий касается. 690. Короче, от 600 до 800 урона вылетает. А, они все показывают мои эти уроны. Ну, блядь, там твоя толпа это же будет. Ну, возможно, поэтому. Так. Наверх, что ли? Удивительно, никто из этих еще не умер. За это время уже обычно один сдыхал. Да, сюда походу. Там больше вроде прохода нет. Да что за хер? А, не идите туда, бла-бла-бла. Ебать, там вот. На, вот она, королева. Здесь королева сейчас будет. Но она слабая, насколько я помню, так что насрать. Коньяк можно будет... А я что-то другое помню, братан. Быстро у Леорика можно будет пройти еще раз.
Быстро Леорика можно будет брать. Не, она слабая, я варваром ее за 1-2 пришествия убивал. Она вверх будет улетать. Они жесткие. Они жесткие. Диана, Диана, Диана. Они жесткие. Они реально жесткие. Стрик. Бам. Минус 3. Охренеть, сколько они дэмэджа наносят, я в ахуе. Ой-ой-ой, не говори, что тебе ничего не упало. А и зеленых? Каких? Зеленых. Эскиз неповиновенное, неповиновение Борна. Смотри, 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 брат, 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 смотри. Смотришь на меня? Да. Так. Сейчас. Так, опа, колечко упало. Нормальное колечко. Пояс. Опа, пояс получше, чем у меня упал. Процентов на 30. Сапоги. О, сапоги для тебя упали. Ма, глянь сапожки. Смотришь? На ловку. Ох, ебать. Норм? Образы. Вот и все. Идем, выйдем. Я вышел из ч. Теперь у меня братюня есть, братан. Кто у тебя есть? А, о, копия. Помни, 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 помни эту штуку. Ну, когда это позырить не будет. У меня шаман. Ой, тоже. Блядь. Тихо. Тише, матерись. Так. Она, да, дамажит так, как ты, кажется, дамажит. Давай телепортнемся, да, я постучу за книжка. Зеленая все-таки ни хрена себе. Обидно то, что... Количество получаемого опыта увеличено на 25%. Бонусный резерв 753. После смерти это исчезнет. Окей. Бля, да. Что я буду делать после смерти, скажите, пожалуйста. Так, это все я ломаю. Так, бах, я эскиз сломал, вот был приколюх. Так, кажется, в броне появилось. Что? Серьезно? Две появились шмотки. Огонь. Бля, скрафтить не могу, сука, ресурсов нет. Бля. Я твою маму, блять, их крафтить надо, брат. Чё они делают? Короче, от 69 до 86 будет обычная бронь, плюс от 64 до 72 основной просто добавляет, плюс 5 дополнительных случайных магических свойств. Это только центр. А рецепт дает на 2 шмотки. Если крафтишь обе шмотки, комплект дает плюс 2% здоровья и 20 единиц при убийстве монстров. Это фигня. Дальше на плечники смотрим, что дает. До 68 брони, плюс 48 брони. Восстановление здоровья до 90 здоровья в секунду. Еще плюс 4 магических свойства. Короче, они топовые для 21 левела. А что нужно для них? Демоническая эссенция и горящая сера. Нужно легендарные шмотки парочку сломать. 4 шмотки на легендарные сломать. Сейчас я шлем скрафчу. Если мне будет лучше шлем, я шлем свой сломаю. Пока не надо, пойдем дальше. Сейчас подожди шлем, посмотрю, какого левела мне. Подожди 2 секунды, просто шлем посмотрю. Перчатки, пояс. А что у меня еще легендарные есть? Только пушка, да? У тебя какое-то легендарное говно есть? Нет. Лох, бля. Ой, пиздец.
Ладно, проверяю. Крафчу. 6 эссенций потратил. Блять, какое говно выпало. Последний раз пробую все. 6 слез просит за... Да, блин, ёб твою мать. Ладно, последний раз. Все ресурсы просрал, брат, прости. Короче, этот шлем я одеваю, а этот я, ломаю. Ну-ка, тыкни. Так, шлем чуть-чуть лучше, чем который на мне, но он желтый, я все равно его сломаю. Посмотрим, что выпадет. Вы уверен, что хотите сломать его, бла-бла? О, горящая сера, одна штука есть. Чё? Понятно. Шлем сломал? Да. А сколько надо? Еще одна горящая сера и желтая эта штука. Подожди, как она называлась? Откуда, интересно, ее достать можно? Чё это? Вот эту желтую штуку. Сейчас, подожди, скажу, как она называется. Демоническая эссенс. Используя ремесленника для создания изменения предметов. С этих падает. Редкий материал. А? С элиток падает. Демоническая эссенс. Короче, одну легендарку сломать. Три легендарки сломать. Идем обратно. А, я в рюкзак закину. Блин, 5 шариков, 5 слез осталось. Нужно желтые и коричневые вещи до хера ломать. О, здесь желтые вещи пойдет. Нет, синие, сука. Сука, синие. Да, выстрелы уже хорошо. Открытый портал. Да, я вижу. Он у меня почему-то открытый, поэтому не стал. Странно. Это ловушка. Сундук. Брат. Че? Смотри. Иди нахуй. Подожди, открой, может, для тебя. Подожди, открывай, может, я для тебя. Быть. 37 интеллекта, 42 живых. Сейчас, подожди, уменьшить время в остальном всех умений. Отлично. Уменьшает затраты всех ресурсов. Отлично. 11 золота при убийстве. Создание портала в город не прерывается при получении героем урона при создании портала в город. Приколись. Я во время того, как меня могут убивать, я могу просто заюзать портал и выжить. Возьми шмотку, я конь. Я смотрю. Как ты смотришь? Через контрол. А, точно. Забыл про это. Ошалел. Прикинь, портал могу заюзать. Приколюха. Блин, только жалко сломать дизайн. Лучше, чем мой, бля, обидный пиздец. У меня кольцо получше пошел, блин. Тебя я ожирел, как ключ, который я тебе дал, упырь, блин. Радуйся, сука. Она так живучесть дает вообще. Ну и что? Нет такого, нет. 4500 хп, блин. Хочешь, мне отдай, я тебе тоже отдам. Мне тоже живучесть, 39 живучести мне дает, такая жалко. А у меня сколько, у меня 3800. Блин, легендарка за легендаркой. Пойдем? Да, сейчас того дебила убью. О, третий выстрел 1000 урона наносит. Люх. Мне белые вещи реже падают, чем синие и желтые, отовлюсь. У меня этих обломков нету просто. У меня их 17 до сих пор. Почти не падают. Все на крафт моментально. Блин, в узком проходе мне надо обозначить сделать. Этих башни. Да, башни заюзать. Ой, блять, минус 1/3 хп. Дай, блять, заюзать. О, синий, не юзай. Опа. Опа. ХП у них уходило от одного падения.
От одного падения уходит пол хп, приколись, да? Блять. Шлем упал на чародея, и на меня щит упал. Не щит, а, блядь, башка, она охуенная. Вот щит упал. 200 урон. 200 брони, точнее, щит упал. О, перчатки. Это именно щит? Да, мне сейчас упал, 200 брони дает. Обычно бальзамированная, либо ящерца, либо... Да, там, у меня там есть, но мне левел нужен. Она 25-го левела, кажется. О, приколюха. А, ясно. Блин, ничего не упало, сука. Почему легендарка не упала, блядь? Даже? Или зеленая шмотка? Только зеленые шмотки. Я не знаю, она огромный дэмэдж дает, я худею. Так, а тысяча... Около 5000 урон наносит эта херня. Около 5000 урона бьет. Так, у меня... О, у меня куча новых умений, подожди сек. Едкое облако луни вызывает потоки светосвязи на земле, ядовитый лужица. Не-не-не, я лучше толпу оставлю. Толпа круче. Опа. Громила мы навернулся. Легендарный? Да. Сейчас, подожди. Опа, помутнее рассудка. Перехватить мобов могу. А вот здесь уже интересно. А вот здесь мы уже приколимся. Ха, у меня новый пэт появился. Ты куда? Зайди в портал, алё. Ты сломал ту шмотку? Нет. Толкай его, мать. Почему? Наш персональный. В смысле персональный? Не, легендарный материал, не персональный. Именно башка персональная. Если то, что из нее вылезет, не персональный, тогда можно будет передать. А так сама шмотка персональная. На, смотри, я кинул. Не-не. А я подобрать не могу, ты ее сломай, просто горячий серый мне отдать можешь. Надеюсь, да. Ну вот, попробуй подобрать мою горячую. Великолепный сундук. Ну-ка, открывай, ты больше из-за да. Желтые две вещи. Нет, ты лучше открывай. Мне больше есть, когда ты открываешь. Опа. А, не, у тебя покруче, кажется. На, посмотри, на, у тебя кажется круче. Ну. Спасибо за снова. Так, подожди. На, попробуй подобрать. Синий. Опа, синий вижу. А эти убитые сейчас. А тебя поставили, да? А, она не дамажит. А, дамажит. Ничего себе. Дамажит, оказывается. Опа. Оберег. Колдун, левая рука. Слабый. Очень слабый. 53 живучести просто дает и все. Я лучше дурочку оставлю свою. Пока не найду нормальную пушку. Мне 25-й левел нужен, чтобы скрафтить нормальную шмотку. Подожди секунду. На, попробуй подобрать. Можешь? Да. Верни, сука. Все. Сломай потом свою, попробуй. Если выпадет. Да. Блять, ничего не упало, сука, пиздец. Ай, блять. А, кстати, этот. Я говорил, нет. А, блин. Мне шамана скилл дали. Вместо собачек. Только я его сейчас уберу. Шаман превращает окружающих в этих. В овечек.
Но он исчезает очень быстро. По КД, короче, как скилл откатывается, он исчезает. Я его не буду брать. Выходим? Да, выходим. Этот, Майлы продлили тех работы до 12 часов ночи. Ежели что-то, бля, в скиллах запутался уже, подожди. Это под контроль дает, а это мои эти. Блять, как он убивает, пиздец. А, это тоже утонул, да? Ты тоже что-то дал? Ты мне уже на левел почти обгоняешь. Пидорас. Все кольцо, братан. На, кольцо, огонь, без базар. Но у меня уже бонус к опыту за каждого убийства 52. Иди сюда. Сейчас, секунду. Святилище и ящик. С мертвого ничего не упало. Блять, что упало? Еще один оберег? А, не, плечи. Так, у меня ульта теперь мощнее стала. Мне пока лейло. Здесь, ну, кажется, слева 23 проход. 23 уровень, пиздец. Да. Ну, смотри. Прикольно. Только два удара из 8. Ну, я просто жестко его ударить. Поэтому. О, парни. Сука, дамажит, я просто в шоке. Опа. Чё это? Блядь, 17-го левела. Не то, совсем не то. Для колдуна, для меня пушка упала, но она 17-го левела только. Ты где там? Собираю, ты не в тус... Чё, собираю? Я охуел уже, фламина, блядь. А, в этом смысле, пак. Давай, давай, я пока голду соберу, кто-то попадал. Нихуя они не хотят собираться. О, бриллиантик. Как я увернулся так быстро. А вон атака мигает какая-то хуйня. Не, ничего не мигает. Че это у тебя там? Блять, дух просто пенетрирует как твой, так и мой, который летает. А, вон мигает. А, здесь что-то выпасть должно. Блин. В левую руку мне дали, но такое говно дали вообще. Опа, этот ушлёп появился. Кто такой был вообще, блять? Брат. Смотри. Ага, пошел нахер. Пошел нахер. Брат, ты смотришь? Да. Не успел. Кольцо, блядь, кольцо. Открываю кольцо, брат. Тебе реально не падаешь, или ты или специально не показываешь мне? Если падал, я тут пердел бы, блядь. Леорик? Не, не Леорика. 47 интеллекта, 43 живучести. Восполняет... Ух, бля, восполняет 162 единицы здоровья при ударе. Покажи, да. Охренеть, 162 единицы здоровья при ударе восстанавливает, приколись. И шлем, кстати, сломаю, тоже дам тебе эту хуйню. Блин, кольцо не скрафтишь, хочу. Скрафтишь себе еще одну легендарку, у тебя же их мало, пидор, блин. Я че, виноват, что они падают, и все охуенные. Конечно. Нет, ты че, не виноват.
Блядь, эта толпа меня уже бесит. 40 человек бегает. Так, ты пока разбирайся, курну пока. Хорошо, давай, не переживай. Блин, я не могу ее скрафтить. Где мне редкий материал взять? Сделал. Апнул случайно опять этот ремесло, теперь 40 какого-то левела могу поднять, крафтить вещи, нахуй я это сделал, бабки потратил. 40 левела вещи могу крафтить. Блять. Ты скрафтил что-то? Демоническая эссенция падает в режиме пекла, у нас не пекло же? СМ 10, 80% шанс. В обычном СМ 0, мы же сейчас СМ 3 играем, да. В обычном СМ 0 20% шанс, в нашем где-то 30-40% шанс выпадения из элитных мобов. Не падает. Она нужна что-то? Да, две штуки надо и все. Две штуки, подожди, у меня есть что говно самое, сейчас посмотрю. Самое говно, что нужно скрафтить, это шлем получается. На, вот он шлем. А, левел, короче, на что. Остальное все. Подожди, оружие проверю. Наконец, надеюсь, появится оружие. Ух ты. Ух ты. Вот эта пуша, которая вместе... Он дал, короче, мне две брони и одну пушку. Обжигающая злость Борна. Плюс 4% к урону. 2% вероятность тактический удар. Плюс 17% единицы урона от молнии. И 32 урона сама. Ну, может повышено быть. Еще 3 магических, случайно магические свойства. Это на 21 левел, все. Для нас это уже мало.
Так, подожди, я пушку тут хочу найти. Бля, прикинь, до сих пор нельзя крафтить. Я до сих пор не могу для себя пушку крафтить. Я не понимаю, в чем прикол. Я тоже не могу. Говно это. Почему я не могу для себя нормальную пушку скрафтить? 30-й левел нужен, что ли? Ладно, я повышу. Еще повысил. Левел. И до сих пор не могу ничего крафтить. Рецепт, походу, надо выбить или выпал, что ли? Для колдуна ничего нет, топор только мог какой-нибудь. Арбалеты. Посохи. Колдун левая рука, 25-й, 38-й левел могу выбить. Сейчас 2 секунды. Все. Я реально ничего не могу прийти. 44-го левела уже могу пушить и крафтить, а для себя ничего нет. Я не понимаю, реально нихуя. Я нихуя не понимаю. Все бабки проебал, но до сих пор ничего не могу крафтить. О, у меня уже все виды самоцветов есть. Все, погнали обратно. А, подожди. Ладно, теперь я хотел сок какой-нибудь взять, у меня сока ничего нет. И пипец, у меня сушняк, уже даже воды нет рядом. Ладно, давай чуть пройдем. 15-20 минут и быстро за соком метнусь. Квест наверху, зайдем сюда? Да, давай, вдруг легендарка выпадет какая-нибудь. А, это дополнительный квест. А, он. Опа. Арбалеты. Колдун. Слабая очень. Неплохие вещи подойдут. Местами. Мне ничего не подходит, к сожалению. Пойдем. Да и бабок у меня нет. А, неинтересно. Меняет цвет. Я помню, я делал полностью одинаковый цвет варвара. Такого у меня есть вообще не видно шмотки, блядь. На шамане вообще шмотки не видны. Они же такие, блядь, труселя, там, блядь, лифчик. Трусы, шорты, блядь. Бессмысленно. Опа, левел ап. Когда этот хуй барабанит, они увеличиваются в размерах. Ну-ка, 2 секунды. У меня есть пара навыков. Блять. Еще больше хочу тебе этот скилл, блядь. Сука. Не, мне это не нужно. Призывает духов при каждом использовании заклинания. Я не буду это ставить. Лучше хп пускай восстанавливает. Даже. Это тоже не нужно. Вы там бегаете, пиздец. Я знаю, я слышу как-нибудь. О, нифига себе. Желтая вещь. А, слеза упала. Сверху квест. Опа, подожди. Эх. Быстро сдохли. Ты ошалел на лев у меня понять. Чё не заменились, я не понял. Я не хочу это использовать. Больше бьет, короче, больше целей бьет. Мой скилл теперь духи.
Но хп мне не восстанавливать. Наверное, лучше хп оставить, как думаешь? Или сейчас пофиг? Пока пофиг. Да, наверное, пока пофиг. Все-таки, да, я верну. Любой заклинание каюза, оно пускает скилл духов. Ой, сука, хп убил. Мы там уже поздыхали все. Ой, больно у тебя, мать. Бля, кольцо, конечно, пиздец тебе бустает, того рода. Ну. Просто пиздец, бля. Повезло же с кольцом, да? Она персональная, да? Да. Давай разберемся. Я под контроль беру существа. Блин, какой же ты ужасный. Блять. Я тащусь этих. Какой же они? Не знаю. Вон они слева. Ай, блядь. Уйди с этой хуйни. Купол святилища, шлема по желтый. Сейчас посмотрим. А, нет. А, это тебе, ма. Смотри, что упало. Собака тут это, блядь, щит. Блядь, беги сюда быстрее. Где ты? Я не вижу тебя. Ну, блядь. Ёбака! Блядь, ничего не упало, сука. На, тебе что, шмотка, походу, бешеная упала. Попробуй. Проверь. Да, норм? Чуть-чуть лучше. Ну, в общем, лучше тем, что регенит. А-а-а. Я такая же понимаю. Понял. Там не жалуйся, что я тебе ничего не даю. Уже которые вещи тебе даю. Стойкости? Что? Стойкости сколько? 10-300. 10? Да. Я думал, у меня расстояние. 10600 у меня. Сейчас 11200. За пассивки, походу, эти. Да. Эти штуки подбирать, если... Сейчас еще вырастет. Шарик подобрать на... Опа. Это что такое? У меня уже скоро уровень, приколись. Я понял. У меня только получил, ты сейчас просто тоже получишь стоял. Пытаюсь уловить. Сколько? Блин. Подожди, я зомби наврачу. Подожди. Ну. Кто в бою, не понимаю. О, вышел из боя. Так, жабы что-то написано. Колония подбежит жабу. Иди нахер своими жабами. Говно полное. Так, где мои зомби? Иди нахер, говно скилл. А, пассивка появилась. Да ладно. Отлично. 15% резис отключаем и четверо хп. Подожди, что там повысилось? Так, где это пассивка? На 20% хп повысилось и еще один зомби добавился, пес. У обоих, короче, у всех собак увеличилось на 20% хп. О, здорово увеличилось хп. Теперь, короче, тех не убьют нихера. И до этого особо не могли, и сейчас тем более не убьют. Ладно. Сейчас тем более их зарубить не смогу. Короче, будут сложные противники, но ты понял. Просто их отправляем и стоим, ждем, пока не убьют их. Сдалека что-нибудь забрасываем. Изи просто. СНЖ тоже могут бить. Ну вот, изи.
Нам вообще ничего не нужно будет делать, просто стоим и все. Главное вовремя понять, что соперник сильный. Отражение урона, да. Это первый признак того, что противник сильный. А, это да. И лазеры. Мы бьемся от них, да. Да, и лазеры. Че ты там убил? Что такое? А, вот здесь, кажется, вещей много будет ящиков, если я не ошибаюсь. Это храм этих приспешников. Парню, чёрт его глаз, не дал мне заюзать. Магов надо фокусить, замедляют. Да, урон жесткий, конечно, но я понятно, не достанет, нет? Не успеваешь посмотреть. Опа. РБ найди. Жи. А, не то ждала. О, синий, что ли? Нихера себе. Зеленая шняга! Пизди. Эскиз кузнеца, судьба Декарда Кайна. Зеленая пола? Да. Серьезно? Комплект доспехов. Серьезно, зеленая пола, да? Да. Петрила. Я сейчас. Давай с тобой. Я это все сломаю, как раз пойду за соком. Пока ты там разбираешься. И серый нихуя не дам. Хотя дам, если честно, мне это. Пока я найду эту штуку, выбьем. Это уже левел маленький будет для нас. 21 левел уже те шмотки. Мне тоже думаю, не стесняться. Да, там для всех этих нужно есть что. А, вспомнил, что это за сыр. Это такой, знаешь, шанс найти предметы и увеличивает опыт. Говносетик такой. Так, давай 2 секунды, сейчас я пойду сок возьму.